Друзья, добрый день. Вот сейчас закончилось копчение предновогодних наших очуевских с распахом. И я бы хотел вам показать, какая получается рыба непосредственно вот уже на финале копчения. Уже немножечко сюда опусти вниз, покажи. Вот она. Лежит у нас два яруса. И вот она поспела. Вот смотрите, чем она отличается от традиционных методов. То есть она прокапчивается полностью снутри. Поэтому она может дольше храниться и, естественно, приобретает свой старинный вкус детства, который уже многие забыли, а может кто-то и не знает. Но у вас есть возможность попробовать. Впереди новогодние праздники. И я думаю, что такая рыба будет достойным украшением новогоднего стола. Звоните, заказывайте. Прием заказов в другие города мы заканчиваем 23-го в 4 часа дня. Так что до 23-го, пожалуйста, звоните, мы рады будем сделать для вас новогоднюю очуевскую с распахом. Спасибо, хорошего дня, друзья.